Так, всем привет, продолжаем учить Соника. Сразу извиняюсь, если кто-то ждал, допустим, стрим потохи второй, ну, уже поздновато для таких вещей. Так что, просто поиздеваюсь над Соником. Так, сейчас. Ну, пока пусть висит надпись, сейчас, еще секунду, потому что... Так, ну теперь можно, я думаю, продолжать. А, управление не выставил. Ок. Итак, у меня 9000 смертей. Легко запомнить, сколько мы этот стрим я потрачу. И эту слову. Туизи, ну посмотрим. Так, первая фаза изи. Вторая уже не такая. Опа. Чё, Вегетта, ДС левел? Чё за ачивка? Типа на этом уровне я потратил смертей больше, чем на других, что ли? Уже. Да не, не может быть, я на Марио там фиг знает сколько смертей потратил. Или типа, или из-за того, что больше 9000. Ох, прям меня. Лол, лол, you died. Мимо. Какая траектория нехорошая. Ух ты ж. Опа. Now I show you. О, как-то он полетел неправильно. Ну, последняя вроде бомбочка или нет? А, спам, спам. А, нужно было стрелять в этот момент. Тьфу ты. А, он там два раза пробегает, лол. Или даже не два. Так, надо погромче сделать, а то я не понимаю, что он там говорит. Не то.
Что это было? Да, я сфейлился с дамагом. Блин. Он же когда крутится, я мог в него стрелять. Надо было спамить изо всех сил. А я что-то стоял, ждал. Ой, чё, он на второй круг пошел? Ну это не очень. Ох, как я упал. Вообще ничего не попало. О, стормозил. Зачем я прыгнул? Что-то не в ту сторону пострелял. Глаз зачесался. Так, не слишком ли тихая игра? Надо чуть погромче, наверное, сделать. Все равно ничего дельного не говорю, а музыка тут классная. Да что ж ты. Неудачная фаза. Ох, ну меня бомбочка сбила. До конца не мог дойти за нее. Хотя, конечно, отговорка. Ну, надо же отговориться. Чё ж он прям в меня-то прыгает? Блин, какая-то очень странная траектория получается. О, что я сделал? Я просто упал. Шел, упал. Блин, а хорошо шло. Повезло. Да куда взрывом задело?
Так, очень неудачная траектория. Но если бы я прыгнул выше, я просто в Соника бы задел, а так взрывом убил. Так что непонятно, что там надо было делать. Возможно, прыгнуть куда-то влево, но не важно. Так, очень неудачная опять траектория. Задел все-таки. Даже до первой бомбочки не дожил. Повезло опять. Я не могу систематически ту фазу переживать. Как-то... Так, слегка стратегия есть, но все равно настолько на рандоме. Стараюсь какую-то стратегию выработать или правила, но они не работают толком. И в итоге на рандоме как бы... Интуитивно как-то пытаюсь уйти, ну, в общем, непонятно. Как он до сих пор меня не задел? Удивительно. А, вот задел. Ну, три бомбочки вроде пережил.
На! Ах ты ж, ну что я сделал-то? Ну я больше половину потратил. Слишком волнуюсь, заранее прыгаю, я знаю уже ошибку. Понятно, нужно дождаться, пока он крикнет «Хей!» Или что он там кричит. Где-то секунду или полсекунды подождать и прыгнуть высоким прыжком. Потом двойной прыжок, если понадобится. Но я слишком рано прыгаю, блин. Ну ладно, это уже третий раз до сюда дожил и потратил больше половины. Неудачно. Блин, надо перестать уже на пружинках погибать. Ну что это, ну? Да это вообще что, ну что такое-то, лол? Тоже начинает доставлять неудобства. Я просто думаю, вот дойду я до второго цикла и погибну на пружинках. Вот это будет классно. Или на вот этих прыжках погибну. Ну, в общем, блин. Это не очень. Ну, опять он неудобно. Много он подлетел-то. Ого, как закрутил-то. Что я делаю? Ну лол, ну чё я прыжок этот не выполнил? Жесть, самому себе надоел. Но это бывает, реакция затупилась. I'll show you.
Да лол, ну достал уже. На! Что дальше? Что это? О боже, что это? Это что, изумруды были? Да. Привет, Гоги Бист Е. Ну, блин. Я пока до них первый раз дошел. Я пока вообще что-то не понял. Ну, в принципе, там, блин, там микро просто. Ну, это хотя бы не то, что от непредсказуемой траектории Соника улетает. Там просто надо микрить. Так, ну уже 69 смертей за сегодня. Да ладно, я его добил до прыжков. Ну этих его. Первый раз. Ну не добил, ну короче, понятно, что я имел в виду. Так, и что сейчас начнется такое? Блин, честно, я не видел, что меня убило. Я вроде смотрел, там где-то снизу из огня что ли вылетело, блин, не видно было. Еще много раз то не тает. Ну вот у него осталось 40%, да, здоровья где-то. Но как бы это не имеет значения, да, пока я не научился проходить стрелки эти, изумрудики. Почему стрелки? Ну они типа похожи на стрелки в какой-то степени.
Блин. Пятнадцать процентов к стрелочкам вставлял, ну ничего себе. А как же так? Почему такая разница? 15 у меня 40. Хотя я вроде там стреляю в него. Неужели я так слабо спамлю? А, то есть 15% это ты один раз составлялся, да? Как бы, а обычно больше? Да как? Я думал, блин, не заметил, думал, она исчезнет уже. Ну, походу, его можно до этих изумрудов убить, да? При желании. Ах ты ж. Ну не, ну я, у меня такой цели нету, надо в любом случае пройти его, как бы, ну, цикл-то в любом случае мне придется пройти. Потому что я не могу так жестко, как спидранеры. Ну то есть Марио, у меня до молотков не получилось забить вообще даже близко. У меня там все равно. Самое малое это оставалось где-то 30%, но это буквально в одном случае, а так 40 с чем-то все равно постоянно. Ох ты ж как он закрутил-то. Ну нет, я не думаю, что это благодаря Гастли снап забил. Все-таки благодаря тому, что он в тоху фазе это прыгал и стрелял. Благодаря этому он забил. Гастли, он не так уж сильно помогает. Ну немножко, да, но не до такой степени. Чтобы на 40% больше потратить там.
Ох ты ж, ну блин, ж почти. Ну, снапу микро, по-моему, пофигу. Ты еще учти, что он прошел до какого? До пятого. А, нет, он дошел до гравитрона с утра вот и за несколько часов, играя в первый раз. А, ну только он только один уровень проходил до этого. И начал опять с первого уровня, больше большого перерыва, и дошел сразу до гравитрона. Ну я не знаю. По-моему, это вообще офигенно микро, значит, получается. Учитывая, сколько я проходил, вот, скажем, вот до Соника, да? Я начал в январе проходить больше. Потом перерыв был где-то месяц. Как-то неочевидно я стал прыгать. Чё так пусто посередине экрана? Ой, лол, что я сделал? Не знаю, как он сам утверждает, он говорит, что он в платформерах не очень. А я больше сил играть, потому что... ну, не знаю. Тор сказал пройти больше, я говорю, зачем? Он говорит, будешь страдать. Ну, ладно. Ну, как-то так. Да что ж, что ж. Не рассчитал. Ох, ты ж прям встретились-то, а? Я долго на Китти сидел, я на Китти забросил босс и думал, все, я больше не буду больше играть, нафиг такое надо. А потом что-то, блин... Решил, ну там был момент, была причина. Решил попробовать опять. Но я все-таки прошел Китти, и после этого вот уже начал более-менее регулярно играть. Застревал на разных экранах. Там даже не перечислить по пальцам, в принципе, на скольких экранах я застревал. А, ну это я, кстати, прошел относительно быстро, ну относительно. Ну, то есть мне этот как бы момент не доставил прям, ну ничего там не горело у меня. Ну, смертей, наверное, за 70-то прошел. Ну, может, чуть меньше, но не знаю точно.
Ну как бы не так уж долго. За один стрим, конечно, прошел. Ну как бы даже не за стрим, а за часть стрима. Реально долго я сидел на Марио. Где-то около 9 часов, по-моему. Но похоже, Соник его может перегнать запросто. $500 уже на Сонике? Нет, у меня где-то 800. Где-то 800 смертей у меня на Сонике. И за сегодня 116. Что же такое-то? Ну, я не пойму, чего не перестало получаться-то? Устал, что ли, уже? Да, блин, мало же времени прошло. Да. Где он летает, в смысле вот этого, да, ну, суперсоником летает, ну, ну, короче, сразу как он становится суперсоником, ты про это, да? Где я сейчас умер? Где я всегда умираю почти? Ну, блин, не знаю насчет веселости. Да, блин, я думал проскочит. Да жесть.
Немножко затупил. Понятно. Блин, как-то криво вышло. Почему? А где задний ход? Ну, в смысле, ты же там ходишь медленно. Между когда вот это припрыгиваешь? Да нет, это нереально. Ты же медленно ходишь. К тому же только в одну сторону можно. Да не, забей, это не там. По-моему, проще стрелочки научиться проходить. Если, конечно, не спидранер. Спидранеру, да, надо... как можно быстрее, а не как легче. Ах ты ж. Ну что это? Блин, надо было прыгать. Видно было, что он уже по затухающей полетел. Не, не могу, у меня не хватает реакции на эту фигню. Как это проходить, я вообще без понятия. Неужели это на рандом рассчитано? Хотя нет, проходят же спидранеры. Что, им везет что ли случайно с первого раза проходить? Да я и так на разрыв бомб жалуюсь. Удивил. Вот эта фаза точно рандомная, когда он прыгает. Ну вот. В кружочком, когда он прыгает. Too slow.
Ну, она не претендует на мега сложную, но это не означает, что она не рандомная, да. Но прыгает он точно каждый раз по-разному. Либо есть несколько вариантов, либо вообще на рандоме как-то рассчитывается. Ну, даже если это несколько вариантов, то все равно этот вариант рандомно вызывается. Ах ты ж. Блин, непонятно было, то ли он сверху пролетит, то ли снизу. Too easy. Easy. Ну что это? Вот, ну как этого? Ну как это вообще неудобно? Ну как, вот почему он полетел так? Я ж прыгал так 100 раз уже. Неужели там от миллиметража зависит, насколько, как он полетит? Ну прям совсем по-другому как-то. Да, вроде просто, а попадаешь вообще, жесть. Не, как-то он очень странно в этот раз полетел. Вот сколько он сейчас вылетел, охренеть. Повезло, что я рядом не стоял, а то я бы там не успел увернуться просто. Ну какая нехорошая траектория. О, повезло. Не повезло. Поэтому, не, причем ладно, если бы это было один раз в начале, да, ну попался на пружинке, попался, потом прошел, хоп, и все. А фишка в том, что если не забить его за один цикл, да, то цикл начнется заново. Опять you too slow, и опять пружинки. И вот прикинь, на втором цикле на пружинках погибнуть вот так вот. Это же просто эпик. Или ну вот этой какой-нибудь штуки вот. Ну что такое? На второй цикл пошел. На второй круг. О, почти встретился. Ну прям четко, прям в боше.
Особенно учитывая, что сейчас-то я на пружинках особо не напрягаюсь, ну прям так сильно, чтобы... А вот на втором цикле просто руки уже будут трястись. Блин, да что я делаю, лол. Или он как-то странно вылез, непонятно. Если стрелять, когда он суперсоник, ну да, это... Он сразу же в тебя начинает лететь. Ну, не, ну думаю, это кажется, конечно. Это просто, знаешь, из чего кажется? Потому что, наоборот, ты теряешь концентрацию управления. Даже вроде бы, казалось бы, стреляешь бездумно, а все равно рука работает. И косяк. Я в него вообще хоть раз попадаю этой стрельбой? Или вообще ему пофигу? Ох ты ж, ну это же последняя вроде была. Как, вот как от этого было уйти? По-моему, невозможно. Если бы я стоял прямо, он бы просто в меня бы прямиком полетел бы. Я прыгнул, он изменил траекторию наверх. Вот я не уверен, что там можно было уйти. Реально, вот. Даже если бы я знал, что он так полетит. Я не уверен, что там можно было уйти. ХЗ вообще. Не знаю, может быть, можно как-то очень-очень хитро как-то прыгнуть, но это, блин, надо фиг знать, сколько опыта и реакция. Ой, ну зачем прыгнул? It's bullshit time. Ну вот это было глупо. Ну, как-то я уже все, видимо. Видимо, я уже не очень. Да, любое неверное движение — это кара.
эта игра, а особенно этот босс, ошибок просто не допускает. Ну что, он убежал? Неудачно завернул. Не, не думаю. В следующей части так сложнее. Следующие боссы. Ну, по-любому, но не может быть, чтобы это был самый сложный босс. Не знаю, кто так считает, но я не могу, естественно, подтвердить или опровергнуть, так как я не видел следующих. Но, во-первых, мне говорили, там есть вообще жесткие боссы. Намного хуже. Во-вторых, ну вряд ли в середину игры будут ставить самого сложного. К тому же мне еще говорят то, что дальше будут, кроме боссов, будут еще очень сложные уровни. То есть вообще доставлять будут не меньше, чем боссы. Опять же повторюсь, я игру не видел даже на ютубе прохождения. И сам никогда не проходил. То есть я не знаю, какие дальше уровни, какие боссы. Ну правда, мне спойлерили немного сами названия боссов. Но как бы название это название, да, а суть это уже другое. О, я думал, я сдох. Странно. Ну не скажи, Марио сложный очень босс. Конечно, сейчас мне кажется, что он проще, потому что я его прошел, как бы, да, его замучил. Но я не скажу сейчас, что Марио легкий босс, особенно если вспомнить, как он мне давался в самом начале. Ну, не знаю. Ну, просто у Марио нет вот этого рандомного ерунды, то есть, как бы, там есть молотки, но их, в принципе, там логика вполне понятна. Конечно, иногда бывают там такие, как бы, как это сказать-то помягче... Ну, когда кидают молотки не в тему, там, понизу. Вот, ну, как бы это терпимо. Это терпимо. А вот здесь, конечно, вообще траектория рандомная. Ну, не рандомная, ну, блин. Ну, короче, что объяснять, ты понял. Но все равно Марио, блин, сложный босс. Ну да, типа драконы, которые боссы из Super Mario 1. К тому же Марио босс на выносливость. Третья фаза у него, да, она, казалось бы, она изи, но она простая. Но, блин, я на ней погибал 5 раз, что ли. Ну, учитывая, что до нее доходил я довольно редко. А все почему? Потому что уже все, руки тряслись, волнение было просто ужасно. Потому что до нее дойти для меня было тяжело. И в итоге я настолько волновался, что вот эта вот легкая фаза я просто сливал. Потому что, ну, блин, реально такая тролл-фаза. Как бы из-за волнения и усталости ты ее просто заваливаешь, и, блин, и все, и взрыв происходит.
Я там чуть клавиатуру не сломал один раз. На! Саник, что там, name speed? Посмотрим. Now I show you. А, жесть, жесть. Да я на десанте погибал не раз. В основном из-за волнения. Хотя бывало и просто. А, Sonic the Name, Speed My Game. Опять же, изумруды. Я не вижу, чтобы они были очень сложными, честно скажу. Просто я, опять же, начинаю волноваться. Блин. Вот прям... Эти изумруды, они не сложные же, там, блин, да ладно. Их надо просто перепрыгивать и все, когда там... Блин, да это примерно то же самое, как молотки, только они медленно летят. Они медленно летят, и это проще, чем молотки у Марио. Ну, блин, просто, не знаю, я волнуюсь. Мне кажется, это не такая уж сложная вещь. Ну, может быть, я ошибаюсь? Может, я еще не все вкусил там? Или, может, это слишком долго? 6 секунд всего? Да ладно, а я сколько выдерживал? Я секунды 3, по-моему, выдержал, точно, больше даже. Молотки легче, ну не знаю, странно. Ошибочное, значит, ощущение у меня. А, ну то есть из-за того, что это долго, да, как бы из-за этого сложнее, что ли? Да, вот неправильно я его закрутил в конце. Не, а я на молотках до сих пор сливаюсь. То есть я сейчас, да, если пойду Марио убивать, я по-любому на молотках сольюсь. А, то есть их становится очень много. Печаль бы, да. Неправильно сделал. 9201 смерть. То есть 201 смерть уже сегодня. Многовато будет. Ну вот уже два раза дошел.
Вообще вот, мне кажется, проблема этого Соника, вот летающего, да, во второй фазе, в том, что поведение нестандартно для большинства игр. Не всегда он летит в меня. Вот это вот очень сбивает с толку. Иногда он все-таки летит по какой-то траектории, а не в меня. А иногда, наоборот, меняет траекторию в меня. И то есть в итоге получается, что он хотел лететь не в меня, а я прыгнул, и он, ну как бы, мы столкнулись. То есть в итоге как бы не очевидно, что нужно просто стоять, чтобы он не попал. Вот это вот очень неочевидная логика. Потому что кажется все время, что как будто бы он наводится прямо на тебя, и как бы очень неочевидно, что нужно стоять, и он не попадет. Мозг это не осиливает, нелогично. Тем более, что надо среагировать-то быстро. Бомбочки только прошла. Сол Грин, ты про него? Кстати, а Соник был такой с самой первой версии игры, да? Или ты не знаешь? Разве? А Дузы Марио вроде был. Который... It's time to go, Дузы Марио. Ну, мне вроде говорили, что был. Только не было именно третьей, вот. Кажется. Не было, да? Ну, ок. По-моему, хорош. Хорош, короче, играть. Ну, не знаю. Или сейчас чуть-чуть надо отдохнуть. Кстати, видео не подлагивает, а то я забыл, у меня сейчас 30 FPS стоит, а в игре-то 50.
Ладно, попробую дальше. Конечно, отдых ни о чем. Очень устает рука, вот, которая именно на стрелках почему-то, пальцы болят. Ну, как бы видно положение такое, то есть изогнутое неестественно. Я уже 216. Наверное, тоже на 300 остановлюсь. Ну, хотел сказать, если не пройду. Да, наивный. Конечно же, не пройду, но да ну. Хоть дальше продвинуться просто надо. Ну, хотя бы понять там. Пару раз дойти до изумрудов. Да, вот это можно было уже предвидеть. Опыт-то есть. Да, ну такая статистика не очень. Но у меня еще хуже. Я вот за 219 смертей до 3 раза дошел до звездочек. Ну правда, это первые 3 раза. Вообще за все время. То есть, по сути, я за 900 где-то смертей 3 раза дошел до звездочек. Да весь день это забей, это жесть. Он 9222 смерти. Не, весь день это мозг убить, нафиг надо. Тем более, ладно, мозг, руку убить. Она же просто в мясо будет. Не, я в него вообще не попадаю, по-моему, нет смысла стрелять. Ну как бы, конечно, не помешает стрелять, но, по-моему, даже одна пулька не попадает. Ну вот у меня для правой руки не расслабление. Для той, которая стреляет, ей, в принципе, и на Марио было пофигу. Не знаю, почему-то от спама у меня палец особо не устает. Нет, ну хорошо, ладно, вру, устает, но когда вот на рю уставал. Там потому что этот нехороший летун. Вот на нем, да. Бугурт был у пальца. А на Марио я хоть и спамил, но почему-то у меня не было такого. Ну как-то там, потому что попеременно то спамишь, то не спамишь. А на Рю ты практически все время спамишь. Да ладно, не больше 100 смертей, охренеть. Я первый раз его долго проходил, а вот второй раз я недавно проходил с Тором в коопе. Буквально за 20 смертей, что ли. Ну где-то так, что-то вроде того. Ну, как бы второй раз, он и на то и есть второй раз, да. С первого раза, ну, память хорошая. Опять же, я когда первый раз этого DDD проходил, без чатика так и не смог пройти.
Ну, чтобы там записываем. А когда второй раз проходил опять же в коопе, то со второго раза затащил сам. За 5 комбинаций? Я не знаю, где-то за 6 или за 7 вроде. Что это? Лол, лол, you died. Хоть бы еще раз до земрудиков подойти и все, я бы успокоился на сегодня. В каком смысле не считаются? Вот как мне было сейчас уйти от этих пружинок? Почему я его сейчас не заспамил? Да, пружинки бывают нехорошие. Ого, он закрутил. Я совсем расслабился в том плане, что когда он делает свою спин-атаку, я даже второй прыжок не нажимаю. Ну, потому что обычно это прокатывает, но иногда я не очень точно прыгаю и все равно не делаю второй прыжок. Надо лучше всегда делать. Ну или как-то следить. Ну, короче, расслабился. Надо было прыгать. Ну вот так зажали, он ничего не мог сделать. Не срабатывает второй прыжок? Да ладно, не может быть. Ну то есть значит ты не нажимаешь или кнопка у тебя плохо работает. Что это было? Почему она не исчезла-то? Ну что это? Что я рано начал стрелять, поздно прыгаю. Ну
О, неудобно, бомбочка летит. Ну вот, до изумрудиков, ну я надеюсь, дошел. Надо было просто соображать. Hi and you too slow, Задрос, привет. И, к сожалению, пока. Потому что я хотел дойти до изумрудиков последний раз за сегодня, я до них дошел. Так что Так что все. Остальное уже в следующий раз. Ну все, спасибо, что смотрели, пока.